Компания rbt.ru открывает большой гипермаркет бытовой техники и электроники. В Ишимбае состоялась официальная презентация нового магазина. Специальные акции и скидки ждут покупателей. Подробности далее в сюжете. Компания rbt.ru открывает свой магазин в Ишимбае. Магазины сети получили название rbt.ru. Окончание .ru не случайно. Оно означает для покупателей, что цены на товары в магазине были снижены до уровня низких цен, как в интернете. Салон бытовой техники и электроники rbt.ru сегодня распахнул двери для жителей Ишимбая. Товары более 25 тысяч наименований можно выбрать не только на полках магазина, но и заказать по интернету на сайте компании rbt.ru, не выходя из дома. При этом предусмотрена доставка товара в кратчайшие сроки с подъемом на этаж. В 2017 году мы открыли 20 магазинов в Алтайском крае, в Казани, в Салавате, в Стерлитамаке. Сегодня открываемся в Ишимбае. Девиз нашей компании – доступные цены, как в интернете, для всех наших покупателей. Компания rbt.ru на рынке уже 85 лет. На сегодняшний день она является старейшей компанией по продаже бытовой техники на отечественном рынке. rbt.ru представляет собой сеть розничных салонов бытовой техники и электроники, интернет-магазин и сертифицированный сервисный центр. В составе сети 80 гипермаркетов на территории Башкортостана, Урала, Сибири и Поволжья. В rbt.ru покупатели могут получить профессиональную консультацию и широкого ассортимента выбрать наиболее подходящую модель техники и приобрести ее по доступным ценам интернет-магазина. Служба поддержки компании круглосуточно принимает заказы и отвечает на вопросы, помогает выбирать товар. Уважаемые покупатели, приглашаем вас посетить наш салон. Для вас широкий ассортимент бытовой техники и электроники, доступные цены как в интернете, скидки, акции, а также возможность продления гарантии и получить услугу по настройке и подключению приобретенной вами техники. Приглашаем вас за покупками в наш салон. Гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru работает ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера и находится по адресу город Ишимбай, улица Стахановская, строение 35, первый этаж торгового центра «Лето». Татьяна Захарова, Игорь Яковлев, Стерлитамак, служба новостей.